Привет! Вы на канале Стеша Шоу и Саня Шоу! И сегодня мы открываем вот такой набор. Мы будем разукрашивать рамку. Здесь есть 6 цветов. Белый, оранжевый, зеленый, желтый, темно-розовый и светло-розовый. Давай открывать. Я хочу вот этот сначала. Светло-розовый? Хорошо. Вот такой набор. 6 цветов, 3+. Открываем. Стеша уже ждет, не дождется. Дай его посмотреть. Так, что там? Эти. Тяжело как. Дай. Так, сейчас. Помоги мне. Давай, тянем. Вытянули, да? Как репку. Давай, теперь вытащим отсюда рамочку сначала. Вот наша рамочка, красивенькая. Здесь всякие бабочки и цветочки. Он выпрыгнул вот так. Выпрыгнул. 2 оттенка розовых, потемнее и посветлее. Зеленый, желтый, оранжевый и белый. Белый. Красивые цвета, правда? Я хочу бабочку. Розовый? Да. Так и знала. Давай раскрашивать. Что мы будем красить первое? Вот этим. Вот этим. А что мы будем красить? Так. Это что у нас? Травка. Травку розовую? Волшебная. А давай лучше зеленым, как настоящая. Хорошо? Вот это. Бабочку? Хорошо, сейчас мы раскрасим. Сейчас таким красивеньким розовеньким мы раскрасим. Вот эти кругляшки у бабушки. Главное красить аккуратно, чтобы не выдавить много, да, Стеш? Так, теперь это все размажем. Тоже сейчас покрасишь, Стешенька. А, Стеша у нас выпрыгивает все. Пахнет прям как клей ПВА. Вот что у нас получилось. А теперь я выбираю другой цвет. Нет. И что мы будем этим цветом красить? Это мне. Я, наверное, выберу желтенький. Это мне. Тебе. И мы будем красить туловище бабочки и кругляшочки. Я и хотела так желтеньким. И хотели желтеньким. Давай я тебе буду помогать. Готова? Давай. Так, аккуратненько чуть-чуть давим. Опа, Стеша точки делает. Не дави много. Чуть-чуть. Давай, дави. Совсем чуть-чуть. Молодец, умница, красиво получается. И мы решили еще что-то желтеньким сделать. Вот что у нас вышло. Правда, красиво, да, Стеш? Угу. Выбирай цвет. Шталочка. Ну, какой? Быстрей. Давай закрытыми глазами. Стой. И давай. Белый. Зеленый. Это зеленый. Зеленый цвет. И что мы будем красить? Наверное, травку, да, какую-то? Вот она. Всякие. Или это цветочек? Это травка. Листочки всякие сейчас покрасим, да? Сейчас мы, короче, украсим. И вправду, я потрогала эту краску. Это настоящий клей ПВА. Просто туда добавили краситель. Стеша, не нюхай. А пока на канал Соня Шоу я хочу передать привет Алене Ивановой. Привет тебе! Она, конечно, мне не писала в комментариях, но это моя подруга. А еще хочу передать привет Алене Шоу. И на моем канале будет ссылка на Стешин канал. Да, Стеш? А Стеша все ждет, когда я докрашу зеленым. Вот какая красивая рамка получилась. Ну, наконец-то. Смотри, как зеленого много, да? Почти весь потрогали. А этот краску, то есть. А это мы другим каким-нибудь сделаем. Я выбираю цвет, наверное, розовый. Прям как моя футболочка. Это мне. Да, сейчас мы начнем красить. Давай уже красить. Так. Подожди. Аккуратно. Где будем красить художник? Цветок. Может, там желтым накрасим? Uh-huh. Давай тогда лепестки цветка, да? Uh-huh. Так.
Давай я аккуратненько. Давай еще бабочек раскрасим каких-нибудь, да? Думаю, с таким розовым пока что все. Ну давай выбирай следующий. Беленький. У нас его не было. Не было. Ну правильно, не было. Еще это просто клипово. И все. И вот как у нас белый разложился. Стеша, я считаю, что надо добавить еще светло-розового. А ты как думаешь? Да? Мы добавили розовый, и у нас остался один цвет оранжевый, который надо сюда добавить. Да, Стефан? Вот и готова наша рамка. Стеша, тебе нравится? Да. Какая она красивая. А какой цвет тебе больше всего понравился? Желтый. Желтый, да? Самый красивый, наверное. И еще белый. И белый. А мне понравился цвет белый. Да мне все понравились. Только пахнет это невкусно, да? И мне понравился. Клин, все пахнет. А у меня тоже есть рамка с фотографией. Идеал, Стесы тоже. Давно делали. Вот что у нас вышло. Теперь она должна хорошенько высохнуть. И в следующих видео мы вам покажем и на моем канале, и на Стешином, да? Я сначала радовалась, когда, тогда, когда ты открывала. И радовали, да? И на бимбузл. И на бимбузл. Посмотрите, это челлендж обязательно. Это у меня на канале. Да, Стес? И мой канал посмотрите. И на Стешин зайдите. Да, Стесин? Очень веселая девочка. Стеша здесь уже сидела просто вот так вот. Потому что это очень сложно красить, но зато выходит такой красивый результат. Просто супер. Я тоже хотела что-нибудь одно. Он начал уже подсыхать. Да. Тут залезла. Что-нибудь одно хотела бы. Клип Ива. О, боже. Я бы тоже что-нибудь одно хотела. Ты уже поклясила несколько, да? Все, теперь эта рамка будет сохнуть. Угу. На этом все. Это Соня, там Соня будет фотография. Угу. Или тебя-нибудь еще. И ставь лайк. И подписывайся на канал Стеша Шоу. И Соня Шоу. Пока! Пока!